Первого скрыть не бьем. Ебать, поставьте шкаф так. Так, сейчас пару минут, пока к скрытню подходите. Всем привет. Привет. Даруш. А где микстурка? А вот и микстурка. Сколько у нас тогда танков было? Три, да? Да. Чё, где остальные? Все тут уже присмонились? Чулан, микстурка, принимайте, Смон. Три приста хила? Шарп, уйди, пожалуйста, оттуда. Бой висит. Бой назад. Из вас бой висит. Войд, расскажи теперь людям про этот, про Токинена. Самое время. А то вдруг кто-то не понравится, он вернуть захочет. Я бы вам не советовал тут рыбу ловить. Если что, босс ловится только в центре. Если не в центре, то... Покушать уходи, он говорил, типа... Микстурка.
А я вот тут там легко. Ну, я не знаю, он словился и вообще далеко от этого места. Так что там насчет токена? Что по токену? Ромка, слышишь? Да. Короче, вылезет босс вот отсюда из центра. Самое главное, что он будет делать, это он будет... мастер там проносит способность водомет. Ты должен будешь спрыгнуть, смотри, видишь, вот прист бегаю вот здесь сбоку, справа. Ты должен будешь либо вот здесь в воду прыгнуть, либо с другой стороны, просто в воду. Будет только такой... не там, где он показывает, а в любой точке просто прыгаешь в воду. Да-да-да, в любой точке. Он босс будет. Он проходит над твоей головой водомет, выпрыгиваешь, бьешь босса дальше. И все. Потом босс будет погружаться, будет трэш, бьешь босса. Все, ничего сложного. Понял, спасибо. Приоритетности сначала идут милимы, бы там будете милимы, ба, которых будут ставиться метки, их приоритетности, им перед рожей не вставать, потому что они кливят, их будут танки держать, а поставили 3D-метку. В черепе их будут держать. Что хочешь. На что теперь, блядь, полностью концовут или что? Нет, не полностью. Насколько я считаю, понял, Владь если... говорил, что ЕПГП, кто по приору забирает, то... Кто по приору забирает тот, и второй он получает энроллом. То есть тоже за ГП. Вот, это нормально. Я за это хотел давно сказать как-то, ну, блядь. Это... А недавно я слышал, что это правило отменили, что будут все токены ролиться по ИП. Отменили, но Тёма ушел, мы решили это обратно вернуть. Это, блядь, как-то нехорошо получается. Не, ну первый по приору, а второй энроллом типа забираешь. Вот так нормально. На это я насколько понял Вайда, не знаю, мод не так его понял. Вы в два холика? А да? Если концу ут, то это бред. В 3D-центре. Хорош. Мастер. Что хочешь? Вытащи, пожалуйста, пушки. Я хочу посмотреть на ту зелень. Что вытащить? Член штану. Вытащи благодарю. Свой ствол. А, слышала, Алиска, благодарю. Мастер, слушай, ты потом, да. Я так понимаю, я опять помню. На паладина будешь заходить, да? Я на паладина заходил, в смысле? На Алисиного, что ли? Угу. Походу придется. На боссов. Походу придется. Я понял. Нет, Войт по-другому немножко говорил. Он говорил, вроде будут отдаваться токены, у кого уже есть воронки, чтобы их распечатать. Еще что-то такое было с правилами. Ну да.
Ты имеешь в виду Клыкача или еще кого-то? Я просто не вижу больше людей, которые не распечатали Т5. Бузер, Клыкач. Я не распечатал. Но Бузер — это отдельная тема, потому что он ебанат. Ой, сори. Вот так вот. Осуждаю. По-моему, ты это вслух сказал. Блять, в натуре. Похуй. ДКшники, вы видите на себе метки? Нет. Твои проблемы. Не притянешь ГП. А, так, на переход, когда босс этот уплывает в дно морское. Его цель выбрать нельзя, потому что он пропадает с радаров. Появляется на трех платформах РТДшной мобы. То есть квадрат, треугольник, звезда, кружок. И он на том той задней платформе, где еще такой кратер посередине. Там появляется по два моба на каждой платформе. ДКшники, на которых метки стоят, должны притянуть этих мобов череп, либо возле черепа, чтобы мы поставили всех мобов и тупо их заклеивали. Не притянем ДКшники, ничего страшного, ГВ получит, потом притянут. Рыбу поставьте, давайте баф, рыбу и поехали. Рыба стоит, фулл ребаф и ждем. Приста баф, еще что-то. Это пристов дохуя, бафов ноль. На некоторых людях. А что, бокру станчит? Банки кто-то разбил? Бокру станчит? Не знаю, он что-то в танке стоит. Кто это в танке? Бокру стоим его написал? Блять, еще один дегенерат сделал, сука, ФДК танка на. Кто? Посмотри на бокру. Серьезно? Это же доспех. Это доспех. Просто танка шмот. А, что шмот-то? Ёптюна. Мастер, извиняйся. По двух танков хватит. Три танка. Кто третий будет? Ой, третий. Да, вижу. Бокус один ДДШ мод. Стой, а я в танку? Микстурка и Винара вводят танки. Милишники, станьте вот тут. Чтобы... Ну, не там. Сейчас будет, ловит, ловится рыба клинка маленькая, большая. Аполлонка пропала, нахуй, так что, блядь, сейчас еще ждем. Пока появится, блядь, что-то не появилось. О, появилось, ловит. Выудили. Пан. А? Танка прохил. Гера. Гера! Желательно. Водомет в вогу. Неужели шам так много дает? Нет еще. Шредер, ты меняешь джаки или бьешь одну? Да, пока ты в воде, они бесконечны.
вижу их. Меня заберите. Я не увидел нахуй, я не вижу, где они. У меня ДДМ не пашет, когда он там выплывает. У меня тоже не пашет. Давай тут. Тут. А я, интересно, где стою. Добили тут. Интересно, куда я отворачиваю. Ну нахуй тишина. Чулан Берни тут. Я не вижу ДДМ, а просто турбо. Блять, чё нас откидывает? Кашеньки, притяните двоих рейнджей. Сейчас смотри, я стоял. Ну так раньше не откидывал. Всегда откидывал. Домёт. Кто там не мертв? Да. Потому что ты ныряешь и бьешь босса дальше, а не бегаешь. Водомет. Нет, это рофл. Я нихуя не понимаю, ну очень интересно. Обывых. Одного вижу. Ставлю крест. Ты кашники могу. Треугольник, блять, трес. О, заберите окромь. Я поставлю. Треугольника кто притягнул? Треугольника смотрим, блин. Котлас. Хорош. Будет забей с меня. Иди просто. У меня пишет появление через 20 секунд. У меня ничего не пишет. Ну я тоже пишу. А, да, пишет. Да, это просто баг. Водомёт. Дайте.
Не, ну этот символ сильный, блядь. Это символ вража. Да. Агро. Страх не давать, ну что вы творите, блядь? Я дал что. Нехуй, чтобы меня моб бил, заебали. Ой, собирай теперь их. Доберите с меня моба. Второй страх. Где пуля? Главное, стражи убейте быстрее. Полипало бы надо бы. Еще одного. Я, короче, весь бой хуярю с 9 символами, поэтому после этого босса я пойду. Водомет. На инту, да? На танковская вроде. Я не помню. Ковская не падает. Киньки нет. О, колечко какое, смотри, ой. Кольцо какое. А, дробяшка танковская. Дробяха танковская. Говно, 2,6. Ну и что, что 2,6? Ну, вару хорошая. Так, ты видел его урон? Знаешь, какой будет у протопаладинов, нахуй? А, паладинов чаще ты бьешь, чем чаще печать порчи бьет. Для воров это топчик. Для воров топчик, для паладинов мусор. Защита, меткость, блок с щитом. Как они все, блядь, на блок щита теперь уперли, это пиздец. Ну это мультиком нормально. Ну она без РПБ, я не знаю, Миш. Она мультиком, шедашником, и это вряд ли шедашником забьет, там тоже РП надо. А если хочет. Давай Рогину. Чё, Лис, если... хочет? Миша, про, у тебя сколько? Одна-то 10? Ой, это 5. Да, у него одна. Ему еще кисти рук, и у него будет 2. У тебя есть воронка, чтобы открыть вторую? Да, нафармит бабло. Кстати, кольцо. Да, Миша-то откроет. Он, по крайней мере, вижу, одну уже открыл. Даже туда кольцо офигенный камень ставил. Да? А чё, ты войд не ролишь? Ну давай я пару. Войд, ну она крутая, но танка не знаю. Пан уже отдал. Чё, это кольцо мне отдал пану? Да, ну чё, я поздно ролл. Похуй, на, пускай будет. Да не, не надо. У меня агильная стоит сейчас. Молот проливер. А ты чё, не ролишь? Ну, он на офф ролит. А, ты тоже на офф. Ну, типа, я не вижу смысла протопала, да. Вообще бред. Лучше бы Войду отдали. Я тебе расскажу по-другому немножко. Печать топорчи, окей, стакается, но ты не будешь никогда мейн танком. Угу. А на трэше ты используешь печать повиновения, так что я бы тут поспорил. Тут надо два комплекта пушек иметь на протопала.
Скоро скаты убили. Ну, у тебя Митриус, так что тебе похуй. Печать повиновения бьет светлой магией. Урон от оружия никак на нее не влияет. Урон от оружия влияет только на молот. Я тебе не говорю, что она под печать нахуй роняется. Я как раз тебе говорю про молоток. Молот, да. Молот влияет. Ромахи не восприимчивость, просто любим. Там забагалась ведьма, надо, чтобы Алису. Это у меня, сейчас посмотрим. Скритинг глубинь. Кто-то фулшар, пойдите, рейсните. Я резко вижу. Да, это не то, победный раш. 31 раз юзанул. С них 28 раз критический, блять, урон. То есть 3 некрита у меня было, блядь, нормально, блядь. На 4-м месте у меня. Я-то думаю, что у меня метис всегда, блядь, настолько, блядь, победным разом после того, когда нас... Разошлись. А, тума. Мать твою, Котлас, уйди, пожалуйста, отсюда, ну... Пиздец. Ой, тут. Классно, я чуть правее. Правее чуть-чуть. Хорошо. А там вторая идет, слышите? Эвенар вторую. Пробуйте, пока еще не сарилась, блядь, не трогайте его. Теперь трогайте, блядь, Алису. Держи Флай подальше. Флай там, на, куда бежишь? Там, на тайне. Бля, я не достаю до Эвенара. Я прохилился. У, буйство зараза, осторожно, блядь. Два коста идет. Дайте прожимку какую-то. Ну убивайте вы, блядь, теперь. Что, может начать делать себе выкрики, что ли? На усилки. Мелкие вышли, завешали. Блять. Ебать. Турбо просто как с корабля спрыгнул. Кто с вами первый бежит с тонущего корабля? А, нет, это не он спрыгнул, это его копия. Все. Заклеветали. Копия, которая живет своей жизнью. Разошлись. Искусственный интеллект. Зачем? Шарп, мать. Тут же дебаф. Это не дебаф, он кастует. Ой. Ну смотри, я к тебе подхожу. Увидел? А теперь есть. Ну и все. До этого не было. А ты, Винар, чуть отойди дальше. Ну, конечно, холод закрыт. Сука, с какого места его достаю на? Ладно, похуй, хилить. Да.
мастер, блядь, живи. Я в деф ушел. Шреддер, а у тебя на Холипала есть вообще шмот какой-то? С чумой разошлись. Не передавайте чуму. Давай, наверное, а начинай собирать. Сбегаю. Да не сбегайтесь вы, разойдитесь. Сука. Я не знаю, что происходит, блядь. Бой висит. А вот. Да вы ебанутые, блять. Ну да. Алло, АФКшеры, блять, хуевы. Не идите туда, блин. Не спульте мабана. Следующий будет, я буду тянуть. Следующего сразу. Пились последний. Череп пьем. Рыба, вот. Можете рыбу кушать. Турбо, дай стол, пожалуйста. Мастер, заходишь на пало, нет? Да, тут есть холипал. Тогда у нас не было ни одного холипала. Окей. Пока посмотрим, что будет. Лучше потанчу. А там у медведя холи пал второй спек или сейчас, или против? Холи? Да не помню. Он же скидывает каждый раз. Тут Ромка не был. Расскажи, как что делать в кратности. Две фазы есть. Вон там на платформе, где он стоит. Называется чистая фаза. Там только замораживает, и каждого там секунд, я не сколько, 20 дается на накопление процентов дамага. Я не помню. Ну, короче, меньше с тем тебе это не надо знать. Когда скажут переводить босса танку, танк убегает на платформу ниже, на вот этот уступ. Внизу уже начинается грязная форма. После каждого переходки на фазу другую появляется в стрим оба. То есть, в то время, когда танк будет переводить босса, вы стопаете свой АОЕ дамаг, блядь.
И не только АОЕ дамаг, вы стопаете дамаг по боссу. Если босс взорвется, сорвется агро, то он уйдет на другую платформу обратно, на которой он был, и призовет еще раз 4 моба. То есть вы будете бить вместо 4 мобов 8 мобов. Это все по фазам, что вам надо знать. Че? Это если ты стоишь на другой платформе. Ну, если ты стоишь на другой платформе, а если ты, блядь, его переагришь, потому что после переходки на каждую другую платформу агро скидывается до нуля. То есть, если ты будешь стоять еще и возле него, то босс на тебя сорвется нахуй и даст плюху тебе по ебалу, и ты можешь умереть. О. Сука. Хорош. Че, Войд, ты тут? Войд. К сожалению. День рождения. Только раз. Да. Турбо Виби, чувак. Турбо. Испепелим Гидрос. А, и да, на чистой фазе он кидает иногда сферу, которая замораживает. Если возле этого человека кто-то стоит, он замораживает тех людей, кто возле него стоит. То есть, если кидается в миллизоне, ну там уже просто миллизон. Я не помню, мне же сопрот, да, пропивать, по-моему? Да. Да, желательно. Сейчас. Чем меня суманить? Остальные с ДД фласками. Сколько АП дает фласка БКшная? 360. 180. БКшная. 180 ЛКшная. Да, БКшная 360. Чем начинать? Да, вроде все готово. Отчеты давайте. Да вы заебали меня суманить внезапно. Вера. Блять, подбурсно. Четырем. По-моему. 100%. Стопнули дамаг. Стоп, АУЕ. Забиваем АУЕ. Моб. С меня моба забрали. С меня моба. Блять, а долго там учить моба? Уже нет. Стопайте ДПС. Я дал прожимку. Thank you.
Угу. Сто процентов сейчас будет. А мне мост. Перевожу. Маба, заберите соли. Попал. Ты чё, он есть, брат? Пана забери. Стою. Могильки. Прожимка 20 секунд. Говори потом сам, когда. 100% готовишься. Стоп, не заправь. Стопаем. 10. Мобов, 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 соли, блядь. Шамана, заберите мобана. Я забрал. Но мне тоже два. Я не знаю, заморозил. Меня таунтишь и потом орешь. Турбо стопни. Я мобов с рейда забирал, стопни ДПС. Сальва потом. Ты дайте им на мат. Байда прохил, даю прожимку. Быстрее потрах. Вов, я перевожу, давайте. Чулана. На мне моб. Да чё, блядь, следите нахуй? Я одного бью, блядь, переключаюсь на другого, один удар на кон на мне уже, блядь. А его не существует уже, блядь, его понизили мы. Готовы, 5 секунд. Какую на прожимку дал со своим именем? На бок, давай. 10 секунд прожимка. На базу. Мобов быстрее заливайте нахуй, полтора ляма уже 50%. Пять секунд. Да я подержу еще тут чуть. Переводи, переводи. Да вылезут новые, ты че? Что здесь... заморозите нахуй? Есть премии. Добиваем. Тут протопал вообще на низе зайдет. Эх, вот. Если есть у кого гимн на ману, читайте. Пичи головы гимн на ману.
Еще хант есть, нормально. Оля, нету маны. Вычи головы, либо... Гимны на ману, поехали. Я поеду. Далее, пожалуйста. Может, бомжей дадим на следующий? Нет. 100%. Аппарат. Сейчас. Бейте. Стоп на Леуде. Маба. Ляма. Есть. Йо, ну давай. Одна минута до берси. Не могу сейчас добить, неплохо. 50%. Да не сейпер, план. Я причем, блин. И он умер сразу же. 5 секунд. Готовься к переводе. Переводи, давай. Готовьте бомжей. Все ДК бомжей. Все фулл в босса. Фулл в босса. Все ДКшники. Алиса, Бокрус, Микстурка. Я дала. Один. Убиваем. Криво. Очень плотно. Я не знаю, зачем этого босса тут поставили, если тут самый галимый лут, который только может быть в самом стене. Нет, тут топ-3 не падает. Вот это кольцо коммуна. Разве что варом. И то вряд ли. Поэтому рагулем не идет. Хас, мастер, например. Ой, я не знаю. Мутиком разве что. Кого идем? Пута яйца, что? Угу. Отлично, справедливо. Сначала я забираю шмот, который мне нужен, а потом он не падает по утрам. Чем на кого? Кто? Это кто? А чухан такой. А давай мне всю сука на дизенчонок заебал. Пиздец, все зажрались. Ни одной шмотки никому не надо. Ну 77-й шмоток. Хорошо. Как в целках, Хэм. Хэм, да. Слепец вон. Блять, осторожно, сарите, блять, колосса, нахуй. Танков хилоту, блядь. А дай мне, нахуй, я распилю. Нет. Нет, на ханда не собираю. Похуй, я соберу мастерство на ханда. Это на энха, по-моему, убисовая грудь. Ну, энху надо хасту, да, кстати. А, линканите раздаваки кольцо, что ли? А, его нет. Ну, с этим символом мне фурик начал больше нравиться. Цифры красивые. Это кольцо, да? Я муть. Тоже может быть. Какое кольцо, покажи. Хас меткость. Ой, хас мастерство. А, не.
Я, говорит, тебе скажу. Привет. Я, говорит, тебе скажу, откуда прожимку брать. Берешь ты 4. А ну-ка, извинись быстро. Нет. Сам знаешь, кого ответ. Че там за есть место заходить? А что ты теперь сразу начисляешь ЕП? Бам, летел к рыбам, блять, сука. Сейчас зайду. Расходитесь как-то. Я нет, сюда спускаю, расходитесь. Разошлись. Два хила, три РДД остается, все, остальные ушли. Прыгай в воду, блядь, десантник, сука. Ловите, блядь. Сука, свалите от хилов. Да не, сейчас закрызут, нахуй. Сука. Там трэш кто-то спулил в натуре. Пиздельные, блядь. Кстати, господа, те, кто живут в России, вы знаете, что сегодня приняли закон о суверенном интернете? А что это такое? И? Ну, короче... Короче, теперь все ваши похождения на порно-сайты будут отслеживаться и передаваться, короче, государству. И что? Короче, Путин будет знать, что ты смотришь. Это не Путин будет. А разве это не отслеживалось раньше? Падайте, чего вы тянете время? И короче, сейчас, короче, кто-то поставит себе VPN. Вот, это будет, короче, все отслеживаться и вплоть до уголовной ответственности. Кто, VPN? Угу. Ну, что VPN не есть запрещенный. Ну, теперь запрещенный. А, провайдеры будут обязаны специально аппаратуру ставить тебе. Вот, Умрите! Через которую... Теперь даже весь YouTube под контролем. Короче, я давно тоже в интернете видел эту хуйню. Вот, только что по новостям сообщили, что приняли, короче, закон о суверенном интернете в России. Иди и почитай, если мне не веришь. Он был все, с сегодняшнего дня. Блядь. С сегодняшнего дня он вступил в силу. Алло, здравствуйте. Да, да. Его Путин подписал сегодня. Не сегодня, он подписал его раньше, по-моему, а сегодня он в силу. Не посмотрим. Вот. Да, Россия один дезинформирует, согласен. Ну, как бы всегда дезинформировала, блядь. Да, но не на такие темы, поверь. О, вибилох. Пока она не в состоянии отслеживать вот эту хуйню, так что можно пользоваться. Аппаратуры еще не поставили, блядь, даже да. Близко. Она стоит на миллиард. И в ближайший год, лет 5 точно не поставят. Хотя на самом деле, даже в моей шараге, где я работал, учитывая то, что у нас всего 3000 абонентов, и у нас волокно было с мегафона, у нас стоит хуйня, которая передает все пакеты, что идут в ФСБ. Даже у нас эта хуйня стоит. Ой, ну, типа, даже вы знаете, как VPN работает? Вы вообще знаете, как VPN работает? По какому принципу? VPN передает как-то пакеты разные... Ну, блядь, просто тебя держу в курсе. Ну, то есть я зашел на порнохаб, и тебя в тюрьму не продаешь? Да? Ну, ты же детей не продаешь? Ну, все. Будут на улице, на улице будешь выходить, а пальцем будут тыкать в тебя, ебать, он порноху смотрит. Индийскую, ебать, где летает, нахуй. На ковре самолете, блядь. Ну все. Вот, если посмотришь, как в церкви делают это, то тебя за оскорбление часы. Я думаю, для чего эти законы вас принимают, блядь? Там, походу, эти ребята, которые сидят в Госдуме, кто-то кого-то спалили, чтобы, блядь, дрочить на работе. Вот и приняли. Я не знаю. А, понял.
Царь, посиди пока. Нормально же. Кто царь, заходи, блядь, и порно. Посиди. Так у меня тоже отслеживают все. Ребята, как вы агрите там мобов? Вы чё, конченые? Ох, мне эти ВПНчики. Царь, у нас в России до сих пор торрент не умеют контролировать. Ты говоришь ВПН. Прицел. Я вам просто говорю, что в силу констатируешь факты, я понял. Ну ты договоришься, я не знаю, царь, как будто... Бойтесь, ребята. Конец света, да, типа, бойтесь. Да нет, просто я в шоке от того, какая у нас вакханалия происходит. Чего, блядь? О, да. Вот это на. А меня засумонить можете? Ладно. Просто нужно было по кругу трэш чистить, а его скипнули и типа. Во всем виноват VPN, держу в курсе. Прикольно, кстати, Войт. Хочешь прикол? Я не могу теперь в воду залететь, потому что я на флаймаунте мертвый. И это все из-за того, что VPN... На трубу становишься, это... и по трубе маунтом бежишь. Там можно зайти пешком в воду. Не слушай его, там можно зайти пешком на флаймаунте в воду. И прошлое, прошлое ЗС именно так можно было сделать. Путин вор. Вникается ли ваше государство просто копается в могилу, блядь? А, я не знаю, но по-моему в нашей стране уже давно и бесповоротно жопа. Мастер, собери меня в Украину. Ты страну разводишь. Знаешь, почему тебя не заберут туда? Потому что не в Украину, а на Украину.
Вот именно. Понял, она. Украину, а, нет. Пизду. Украину и на она Украину. Хорош. Ох, сколько мутов, блядь. Чулан остался и еще кто-то один. Да, почему? Какой прекрасный канал. Еще кто-то с плестов бычьи головы. Бычьи головы. Сейчас подойду. Угу, присоединился. Посмотри, открывай карту, где я есть, туда и иди. Сейчас нас чуван заведет. Ой, тут Хан спрашивал, он забрал один кусок в другой гильдии, может ли он забрать второй кусок у нас? Априору. Блядь, кто мобов сайдл нас? Блядь, умирай там. Ладно, блядь, стой там нахуй, смотри. Либо кто-то риснет сзади нахуй. Кто Геру дал, блядь? Фелшер. Мисклик. Еще, сука, зашел в то время, когда дал. Ярости недостаточно. Лок тут, лок не тут. Лок уже шкаф просто. Я сплю, короче.